Всем привет! Сегодня 15 января 2022 года. Решил я снять небольшой обзор на свой модернизированный анемометр сигнальный М95М2, который устанавливался ранее на подъемных кранах. На данный момент эти анемометры сняты с обихода ввиду своих конструктивных недостатков. У них очень тяжелая вертушка на датчике скорости ветра, и поэтому он плохо реагирует на порывы ветра. Такой достаточно инерционный получается прибор. Ну и плюс размагничиваются магниты в датчике скорости ветра. Там получается тахогенератор. И в общем вся эта конструкция очень такая ненадежная, со временем начинает занижать показания этот прибор. Что хотелось вообще отметить по данному изделию, это то, что я на нем заменил микроамперметр. Здесь стоял на 50 микроампер, я поставил более чувствительный и уменьшил верхний предел измерения, сделал его до 30 метров в секунду. Шкала, правда, получилась не совсем линейная. В начальном участке до 10 метров в секунду она более как бы сжатая, и получается, что прибор на 1-2 метра в секунду занижает показания, вот именно до десятки. Свыше десятки уже показания нормальные. Здесь вот есть такой шильдик, вот мы его сейчас отодвинем. Здесь находятся резисторы уставок, уставки по скорости и уставки по времени порыва. Вот я сейчас снижаю порог по скорости. Вот видите, прибор начал реагировать на более низкую скорость ветра. Зарублю его. Сегодня у нас ветрено. Такие порывы до 15-16 метров в секунду. Прям штормовое предупреждение было. Ну вот этот вот регулятор задает время порыва, срабатывание прибора по времени порыва. Снизим. Здесь еще, кстати, есть дополнительный разъем выход. Вот видите, он сработал прям молниеносно. Желательно вот эту рукоятку немножко зарубить, иначе он будет срабатывать по каждому малейшему порыву. Здесь вот снизу находятся разъемы подачи 220 вольт, датчик скорости ветра подсоединяется, предохранитель и разъем выход. Там есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. То есть можно подключить какой-нибудь звонок, ревун, либо отключать какую-то нагрузку при помощи такого прибора. Такой вот, в общем, экземпляр. Они есть двух видов, даже трех. Был такой М95М, это его прародитель. У него немножко другая компоновка вот этих лампочек, кнопок. Потом был с кнопками ПК-2, вот этими вот. Ну а более свежие версии уже шли с кнопками КМ, КМ1 или КМ2, я уже не помню. В общем, вот так. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. До новых встреч.